Донские казаки не хотят воевать за Путина. Об этом заявил казачий атаман Анатолий Беева на собрании казаков. Он вступил в спор со сторонником Путина, спросив о выгоде, которую получат казаки от того, что поддержат российскую власть. Беева уверен, из них хотят сделать пушечное мясо для Путина. Что с этого будут иметь казаки за то, что они пойдут защищать путинскую власть? Вот конкретный вопрос. Да. Что будут иметь казаки, казачий народ, от того, что он сейчас пойдет защищать путинскую власть? Хороший вопрос. А кто вам сказал, что мы собираемся защищать эту путинскую власть? А кого вы собираетесь защищать? Кого? Я вам сейчас поясню. Турки 300 лет назад казаков приютили. Некрасов, да. Заветы которого мы чтим и которые у нас за основу в ЦОДК. Так? Почему? Турки нам сейчас не враги. То, что они Путина хотят снести, да и хрен с ним. Что он нам дал, Путин? Хорошо. Почему вы сейчас готовите пушечное мясо для Путина? Договаривайтесь с Министерством обороны, со всей этой шайкой. Понятно. А я Путину служил 25 лет. Путину служил государству. Нет, все, Путину хватит. Что будут иметь казаки? Свободу ли, землю, свое ли государство? Что? Или гробы, кресты?